Это бросок с прогибом. Благодаря этому приему 53-летний бронзовый чемпион по вольной борьбе Энвер Федосов не раз побеждал в соревнованиях. Вот уже 45 лет он борется на татами. Сейчас спортсмен готовится к предстоящему турниру и все свое свободное время проводит в спортзале. Когда я выступаю на соревнованиях, я не смотрю на своих соперников. Мне больше всего нравится бороться с самим собой, потому что мне 53 года. И в молодости я очень получил большие травмы позвоночника, через которые мне приходится постоянно мучиться с этими болями и бороться. Это самый первый диплом, который я получил на своих первых соревнованиях, и я их выиграл. Я выиграл у очень хороших ребят, я этих ребят до сих пор помню. И я помню, как это... Диплом сыграл вообще большую роль в моей жизни. Старт спортивной карьеры Энвера Федосова начался еще в 1970-х годах. Сегодня он единственный в республике спортсмен по вольной борьбе, выступающий в категории ветераны. И это очень тяжело, потому что у тебя нет ни секунданта, никого нет. И даже в случае какой-то травмы... Морально очень тяжело. Несмотря на многие трудности и травмы, главная поддержка Энвера Федосова – семья. Жена, дети и сестра спортсмена мотивируют его побеждать на соревнованиях. Я гордилась, что у меня братья спортсмены. Меня никто никогда не обижал, потому что у меня братья были сильные, и все боялись. Старший брат у нас занимался карате, а Энвер вот занимался борьбой. Раньше очень... Знаете, досуг был очень хорошо организован. И у нас в нашем доме был подвал, в котором собиралась вся молодежь, и они там гирю поднимали, штангу поднимали, боролись и дружили всем двором. Потому что спорт, он объединял людей. В копилке Энвера Федосова 60 грамот, 3 кубка и 20 медалей. В 2017-18 году его признали лучшим спортсменом Крыма среди ветеранов. Но борец не останавливается на достигнутом и продолжает защищать честь республики. 14 июля симферополец стал бронзовым призером открытого чемпионата России по вольной борьбе среди ветеранов. Турнир прошел в Москве. Соревнования посвятили 75-летию чемпиона мира Ваника Маргаряна. Всего участвовало более 170 спортсменов из 43 регионов страны. Кроме спортивной карьеры, Энвер Федосов параллельно тренирует подрастающее поколение. Один из его учеников, Ирвин Суфьянов, в свои 6 лет уже завоевал титул чемпиона Крыма по греко-римской борьбе. Тренер уверен, его ждет большое будущее. Я очень люблю греко-римскую борьбу, и в будущем я обязательно стану чемпионом. В вольной борьбе, как и во многих видах спорта, важна не только сила, но и техника. И сейчас бронзовый призер чемпионата России мастеров ковра покажет на мне прием под названием «Вертушка». Ну что, передаю свой микрофон оператору и сама в бой. Повтори. Ничего страшного. Не все да? Так страшно. Можно повторить. Повтори. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Грузии. Севелин Миметова, Герай Абдулаев, Виталий Голубев, телеканал «Миллет».